Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Некрос. И мы играем сегодня с людьми в UMK3, но я предупреждаю, да, сразу подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Тут монстры обитают, поэтому они разносят просто, вот. Это чтобы вы понимали, чего от них ждать. Можно, конечно, поиграть несколько матчей с разными игроками, но я предупреждаю, что тут, скорее всего... О! Я тоже, конечно, что-то могу, но... Но в основном тут разнос полный. Тут как бы играют эти... В основном тут играют специалисты. Так, а... Кем поиграть? В принципе, пока что у меня Синдел, наверное, основной персонаж, потому что у нее... Ну, из-за нее, в принципе, легко играть. О-хо-хо-хо, ну да. А, он может и блок ставить одновременно. Угу. То есть они могут, короче, одновременно блок ставить и махать руками. Но это такая, знаешь, техника супер продвинутых. Да, видите, он может и махать руками, и блок ставить. Так, давайте с этим игроком поиграем. Может быть, найдем кого-то более, ну, равного, что ли. Потому что, ну, я боюсь, что здесь все такие. Так, о, я понял. Я понял. Ну, этот хоть как-то. То есть хоть что-то я ему наношу. О, попался. Найтвулф. Ну, с этим подлагивает маленько. Again. А где он? А. Оу. О. О. В смысле? Нормально, только я забыл ВК закрыть. Ой, да, а, не, я смотрю. О, да ну. Ха-ха-ха.
Еле-еле, слушай. Ну, кстати, я что-то могу сделать, ладно. Тут я что-то могу. Давай даже Ермака попробуем. Только там, тут надо очень, ну, внимательно телепорт уметь делать. Ой, ой-ой-ой. В смысле? А вот это странно, как он мне поддается, что ли? Воу-воу-воу. Да, как будто поддается такое вот ощущение. Файт. Да, маленько я неправильно делаю. Тут надо очень... Знал, да? Слушай, он как знает, что я буду делать? Ксиндел, что ли, вернулся? Попробовать. Как-то за нее чуть-чуть получше. Хотя Ермак-то сильный персонаж, но... Ермак вообще один из лучших. А лучший, по-моему, Human Smoke. Если я не ошибаюсь. Угу, на меня, да? О, это Инфинит, ребята! Я на кого нарвался-то вообще? Он Инфинит комбо умеет делать. Это он так притворяется, прикалывается. А, он... Слушай, еле-еле. И то я комбо запорол. Не? Не, закидал. Давайте еще один матч и, наверное, поменяем противника. Тоже слишком большая разница в скилле. Ну вот кого? Кто еще есть-то? Кабал? Кабал не подойдет. Кроме Синдел и Ермака, наверное, и некого брать. Ух, Human Smoke есть неплохие эти. Оу.
Ну, в принципе, то же самое, только еще хуже. Ой. А, Infinite. Это... Что? Жестко. Давайте нового противника найдем. Ну, давай посмотрим, что этот умеет. Ну, он смоука взял. О, ну, начало многообещающее. Но он даже комбо дропает. Тут у меня шансы есть, походу, ребят. Не про. Вау. Ну ладно, может быть и нет. Да что ж такое, опять из ВК не вышел. Какая, какое восстановление долгое. Ой, даже фаталку сделал. Но тут я даже могу и Армаком поиграть, ребят. Начни все тут монстры прям. Киберспорта. О, видишь, что могу сразу? Чё-то могу уже, когда дают ударить. А, ну когда игрок не играет, да, я что-то могу. Не, а ты это чё? Ребята, плохой знак того, что чувак-то на рандоме играет. Он типа настолько жесткий, что ему вообще пофиг, за кого играть. Он за всех вынесет. Или как? Ну как? Ну... Ну ладно, хоть чуть-чуть-то я должен его продамажить, но ради приличия-то. Ну чуть-чуть-то. Тут, конечно, тоже в его сторону скилл кренится. Лю Кейн. Ну ладно, давай с Айрексом попробуем. Ну чисто, чисто так. По приколу. Получится, не получится. О, смотри, получилось. Вот это да. Приколюха. Не подходи ко мне, я обиделась. А-а-а-а-а-а.
А против Сайрекса вообще ошибаться нельзя. То есть там наказание очень суровое. Причем для Сайрекса оно, как я понимаю, ну, типа, вообще пофигу ему. Чё тут ребята за кабалы вытворяют? Я даже, ну... Оу. Оу. Ого. Слушай, а за Китан он могёт, смотри. Ну, видимо, смотри, какой перс. Ну тут одна ошибка, видите, я назад-назад С нажал и все как бы. И привет. Все, перепрыгнул. Я никогда бы не подумал, что... телепорт Китаны вообще... Что-то вообще телепортом можно как бы, ну, использовать как телепорт. Что? Если он еще и за Мелину играть умеет, а Мелина, по-моему, это самый слабый персонаж тут. Или нет? Походу нет. Походу нет. Ну почти. Ну а отход от блока очень такой долгий. А, там уже с руки. Не, тут сразу, да, на вейкапе, короче. На вейкапе. Так. Ну, вроде смог неплох. Но... Ладно, давай кабала попробуем. Но кабалам надо четко уметь наказывать. Еще надо инстанты делать. Разумеется, я их делать не умею. Вот эти вот. А я ничего не могу сделать. Я пытаюсь побежать, но он не бежит. Ну так как-то, да. Ой, это будет очень больно. Ну,
А, и все, и с одной комбы снял. С прыжочком. Ну и что? Остается Air Mac с этой, с Sindel. А это настолько быстро сейчас было? А, это не наказывается, что ли? Ярма как-то поинтереснее сам по себе играется. А почему он так сразу сделал-то? Интересно, ну как читает, что ли? Ну смотри, с Айрексом что-то у меня получалось. Попробуем. О! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, нормально. Не, ну по такой тактике, если это может быть. Ого, это было на реакцию, типа? О! Жаль, очень жаль. Ну вот, как-то так, друзья. Как-то так. На этом, пожалуй, все. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. И всем пока.